and Zack, Sidhu. Немножко пропустили американскую пару, они уже заканчивают свою произвольную программу. Они неважно отпрыгали. Музыка к фильму «Ромео и Джульетта». И... тройной выброс. Флип. Комбинированное вращение.
Но не намного больше, пока они получают по сравнению со спортсменами из Великобритании, хотя, по идее, это уровень у американцев должен быть значительно выше. Но вот нельзя. Они прыгнули аксель, через подпрыжку второй аксель, со второго акселя она остановилась и прыгнула на руки, и чуть не поранили друг друга. Потом у них совсем не получился сальхов, всего лишь один оборот был засчитан, соответственно, отминусован, и фактически без элемента остаются спортсмены. Они набрали там несколько сотых долей балла, но это совершенно несущественно повлияет на итоговую оценку. 0 или 0.14, который сейчас загорается на табло, это совсем-совсем несерьезная разница. Тренируется у очень хорошего тренера, у парника. Он своими выступлениями со своей женой украшал сборную команду Соединенных Штатов Америки. Тренировал их Джон Никс, я помню, это прекрасное катание. Я помню, что она не очень хорошо тоже прыгала. Это Сент и Дженни Мэно, они как раз вот тренируют эту пару, а Джон Никс сейчас уже не ездит на соревнования, но это заслуженнейший специалист, который в том числе и с Эшли Вагнер работал, и, я так понимаю, продолжает консультировать эту спортсменку. Продолжает консультировать. Просто сказал мне, что не хочет больше ездить на соревнования. И не может, ну, 80, ему 85-86 лет. Ну, уже взрослый. Он ездит на кату каждый день и работает. Каждый там день? Да. Ого. Работает там только сколько может, да, пару часов. Ну, я думаю, что в Калифорнии можно и не ездить никуда, живя в Калифорнии, как Джон Никс. Совершенно спокойно можно позволить себе уже передохнуть в этом вполне приличном для кого угодно возрасте. Ну, у нас Игорь Борисович в Москве ходит на тренировки каждый день и помогает Тамаре Николаевне. Вот он, тот Сент. Вот, да, вот они. Выступал он со своей супругой Дженни Мэно. А сейчас продолжает тренерское дело. Тренерское хорошее дело. Все время с молодежью нужно самому учиться для того, чтобы других учить. Развиваться, читать что-то новое, смотреть что-то новое, придумывать что-то новое. Отвечать за своих спортсменов, учить их. И учить ему разуму, и учить выступать. Но это непросто. Смотреть, кто как воспринимает это. Все не одинаковые, все совсем разные. Одни. Но тренерское дело прекрасное. Да. Прекрасное. Кто его любит, тот счастлив с ним на всю жизнь. Вот я отношусь к счастливым людям, потому что я не знаю, что такое хобби, потому что в этом, в тренерской профессии как бы сосредоточилось все, и страсть, и любовь, и профессия, и все что угодно, там никогда не скучно. И никогда вот уж не насчет скучно этим точно совершенно нет. Да, будучи тренером, я так полагаю, что не соскучишься. Они не дают тебе соскучиться. Не дают, ух, не дают. Мы видим, насколько это не дают, в итоге выливается в некоторые сложности со здоровьем. К сожалению, в этом году прям сразу несколько наших совсем молодых тренеров не всегда сумели сопровождать фигуристов на соревнованиях. Так, ну, довольно о плохом. 95 баллов получает Джессика Келланг и Зак Сидху. У них больше 150 баллов за сумму двух